Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в онлайн-режиме. Новая услуга появилась на портале электронного правительства. Проект реализован в рамках цифровизации госуслуг. Рауль Габитов расскажет подробнее. Свидетельство о рождении – самый первый документ в жизни каждого. Раньше, чтобы получить его, родителям приходилось обращаться в ЦОН. Теперь процедура упростилась. Оформить документ можно в мобильном приложении. С помощью мобильного приложения теперь можно получить и справку с места жительства для ребенка. Обычно на телефон приходит СМС с предложением получить документ. В таком случае родители должны будут ввести специальный код регистрации. Чтобы воспользоваться этой услугой, один из родителей должен быть зарегистрирован в мобильной базе граждан. Улжалгаз Буркутбаева стала мамой 2 дня назад, но уже успела заказать для малыша ИИН и справку с места жительства. Для региона с самым высоким показателем рождаемости такая услуга просто необходима, говорят специалисты. Документы для старших детей я оформляла в ЦОНе. О новой услуге я узнала на днях и сразу зарегистрировала ребенка. Это очень удобно. Отметим, что с начала года свидетельство о рождении ребенка в онлайн-режиме получили больше 70 тысяч казахстанцев. Рауль Габитов, Самат Нагашпекулы, Хабар 24. Туркестан.